о многом интересном в Валенсии на канале «Валенсия, Испания, душа на растерзание». Ссылка в описании. А что? Жизнь похожа на кружку чая. Почему? Откуда я знаю? Я не философ. Идет пьяный мужик по улице. То смеется, то руками машет. Его спрашивают: «Что вы смеетесь?» Он говорит: «Я сам себе анекдоты рассказываю». А спрашивают: «А что вы рукой машете?» А тот говорит: «А некоторые я уже знаю». На светофоре останавливается машина с женщиной за рулем. Зажигается желтый цвет, зеленый. Машина не едет. Подходит полицейский и говорит: «Мадам, зеленее не будет». Шмелевский, почему вас не было вчера на учениях по маскировке? А кто вам сказал, что меня не было? Просыпаются старик Хоттабыч и Волька со страшнейшего водуна. Старик Хоттабыч хватается за бороду, а бороды нету. Спрашивает у Вольки: «О, достопочтеннейший Волька, скажи мне, куда делась моя борода?» А Волька говорит: «Говорил же тебе, Хоттабыч, давай возьмем сразу ящик. А ты говорил, по 100 грамм, по 100 грамм». Что такое бигамия и как она карается? Бигамия – это наличие двух жен. Она карается наличием двух тещ. Экзамен на права. Вопрос: вы отъехали из дома на 3 километра и вспомнили, что ключ зажигания оставили в кармане другой одежды. Ваши действия. Выйду и посмотрю, кто толкает машину. Учительница спрашивает у школьников: «Дети, а что вы хотели бы изобрести?» Петя отвечает: «Марья Ивановна, я хотел бы изобрести машину, которую нажал кнопку и делает за тебя уроки». Марья Ивановна говорит: «Ну, ты, Петя, лентяй. А Вовочка, что бы ты изобрел?» Вовочка говорит: «Я бы изобрел машину, которая нажимает эту кнопку». Если коллектив бухает как один, то это практически трезвенники. Ну сколько один-то выпьет? Подписываемся, кликаем на колокольчик.